Насильственное похищение Мелик делает несчастными всех, особенно Санджара. Охваченный отчаянием, Санджар начинает изо всех сил бороться, чтобы вернуть дочь и получить опеку. Однако самым главным, что определит окончательное решение, станет отчет социальных служб. Услышав о случившемся, Мави поддается эмоциям и отправляется к Санкару. Не в силах простить себя, Санджар противостоит Мави благодаря правде, которую он узнал. Пока Мави борется с призраками прошлого из-за случившегося, она также стоит рядом с Санкаром в его нынешней битве. Боль сделает их ближе, чем когда-либо. Гювин пытается произвести впечатление фальшивым и лишенным любви порядком, который он создал для Мелик. Жители Канака в раскаянии спешат привести себя в порядок, чтобы Мелик мог вернуться. Пока Мелик проходит различные испытания в этой новой жизни, предложенной ей, она пытается выжить ради своего отца. В то время как Санджару приходится держаться подальше от Гювин, чтобы не потерять полностью свою дочь, Мелик отправляется в приключение, полное сюрпризов, благодаря тому, кого она никогда не ожидала. На этот раз все будут шокированы развитием событий. Приезд Мелик к дедушке один заставляет Гювин попытаться превратить это в возможность. В особняке отсутствие Мелик создает серьезный кризис. Мави не оставит Санкара одного ни на мгновение, отправляясь на поиски дочери. Жизнь Дуду вот-вот превратится в ад из-за неожиданного гостя. Дуду начинает давить на Яхью, чтобы он снова почувствовал себя в безопасности. Халиси же все усложнит, когда узнает правду. Хотя Мави предлагает Санкару всю возможную поддержку в отношении Мелик, она не может не оказаться рядом с Мелик. В то время как между Мави и Мелик выстраивается тайная связь, Санджар полон решимости сделать все, чтобы быть хорошим для своей дочери. Мюги присоединяется к тем, кто протягивает ему руку помощи. С другой стороны, Гювин, который полон решимости не отказываться от Мелик, уже начал реализовывать свой секретный план. Наконец, он создает игру, используя маленькое сердечко Мелика как инструмент в своих планах. Эта игра изменит как жизнь Мелик, так и весь баланс между Мави и Санкаром. Теперь между Санкаром и Мави, которые видят раны друг друга, возникла совершенно другая связь. Даже когда у Мави возникают проблемы с полицией, Санджар не оставляет его одного ни на мгновение. Халиси, чей план с Кахраманом был сорван, решает начать другую игру. Он победит Мави не снаружи, а в особняке, где чувствует себя сильнее всего. Однако Мави не требуется много времени, чтобы понять, что она не похожа ни на одну женщину, которая раньше вошла в жизнь Санкара. В то время как беспокойство Мелик по поводу ее отца возрастает, ее неожиданная встреча с Мави затрагивает разные места в их сердцах. Даже крошечного взгляда Мелик достаточно, чтобы вызвать землетрясение внутри Мави. Пока Элвин ищет новый магазин, пути его соседи Бары и Мави снова пересекаются. Пока Мави принимает неожиданное решение, Бора узнает о душераздирающей проблеме Мави от Элвина. Элвин, с другой стороны, не может не задаваться вопросом о Боре. Мави, которая все еще является матерью, хотя и потеряла ребенка, на самом деле первая, кто увидел боль Мелик. Несмотря на собственную боль, он пытается поддержать Санджара в отношении Мелик. Однако Мелик, которая никогда не хочет делить своего отца, пойдет по опасному пути с болью детского сердца. Санкар и Мави просыпаются утром иначе, чем во время сна, в который они засыпали вместе. По мере того, как замешательство Санкара усиливается, напряжение между ними также будет возрастать из-за отношения Мави. Нерешительность Халиси и Яхи по поводу ребенка ведет их по пути, который не понравится Дуду. Яхи, который больше всего на свете хочет быть отцом, понимает, что не может продолжать, не очистив свой разум от сомнений. Элвин, с другой стороны, сделает первый решительный шаг к наведению порядка для себя после того, как новости о рождении ребенка повлияют на особняк. Санджар больше не может оставаться равнодушным к просьбе Мелик пройти в хижину и вынужден объяснять, почему они не могут пойти. Однако из-за неожиданной реакции Мелик на то, что он был гостем в коттедже, знакомство Мелик с Мави стало неизбежным. Мави, в глазах которого заключены и его проблемы, и тайна, пересекается с другим членом особняка. Теперь он становится предметом любопытства номер один не только для Санкара, но и для жителей особняка. Санджар встречает другое лицо Мави, которое впервые слышит имя Нари. Взаимное упрямство дуэта поставит их на грань нового приключения. После встречи в хижине эта загадочная женщина смутила Санджара.
Санджар, который позже встретился с женщиной, которая, по его мнению, нуждалась в помощи на пристани, поддался своему любопытству и начал исследование, когда в дело вмешался Кахраман. Таким образом, он даже не осознает, что избежал боли собственных потерь. Поскольку новость о беременности Дуду быстро распространяется, Яхья не единственный, у кого в голове возникают вопросы. Элван же начинает сомневаться в себе и своем месте в особняке перед лицом этой семейной картины, которая внезапно формируется перед ее глазами. Отсутствие Гидиза глубоко всех затронуло. Когда Мелик узнает, что он мертв, она начинает испытывать совсем другие страхи. Пока она пытается справиться с последствиями пережитого, у нее продолжают выпадать волосы. Однако Мелик полна решимости до конца скрывать эту ситуацию от отца. Пока Санджар пытается разгадать тайну, которая его преследует, он также пытается защитить эту женщину, полную неизвестных, вопреки самому себе. В конце очередного бурного и насыщенного дня они собираются в хижине и обнаруживают, что, несмотря на все различия между ними, у них есть общая проблема. На этот раз их ждет совсем другая ночь. После ухода Нари Санджар и Мелик пытаются сохранить друг другу жизнь, играя в игру счастья. Но этот отказ является тяжелым бременем для их обоих сердец. Все жители особняка действуют так, как будто участвуют в одной игре, чтобы поддержать их. Хоть Гидис и один из тех, кто остался позади, он не может найти никакой поддержки, кроме Мюги. Несмотря на то, что он сделал все для Санджара, то, что его сделали козлом отпущения, еще больше усугубляет его печаль. Гювин изо всех сил пытается сбить с толку Гидиза, который пытается выбросить из головы идею Нари. В то время как Яхья, покинувший особняк, чувствует, что его семья пренебрегает им, к удивлению Дуду, он вступает в совершенно другие допросы. Элван, с другой стороны, пытается набраться смелости, необходимой для того, чтобы идти своим путем. Санджар снова будет потрясен новостями из Гидиза, и ему придется пройти еще одно большое испытание. Однако у жизни совсем другие планы на Санджара, который даже пытается заменить Мелик Жажену им хижину. Загадочная женщина, которая появляется в неожиданном месте и в неожиданное время, навсегда изменит жизнь Санджара. Вернув себе свободу, Санджар думает, что плохие дни позади, поскольку один за другим все становится хорошо. Однако, когда Нари держится от него подальше, перед ним возникают совершенно другие вопросы. Он проследит за своими подозрениями и начнет раскрывать одну за другой все истины, которые были от него скрыты. Из-за растущего давления со стороны Гювина брак Гидиза и Нари становится очень трудным оставаться в тайне. Получив новости, Санджар и Гидиз вынуждены столкнуться со своими самыми большими страхами. Наконец Санджар узнает, что Нари вышла замуж за Гидиза. Не зная, как справиться с этой реальностью, все ценности, во которые верит Санкар, будут перевернуты с ног на голову. Известие о свадьбе произвело в особняке эффект разорвавшейся бомбы.